В республике создана региональная общественная организация «Феникс» по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Консультативную и практическую поддержку при создании новой организации, деятельность которой будет способствовать снижению рецидивной преступности, оказал Департамент региональной безопасности администрации главы и аппарата правительства региона. К учреждению организации привлекли ветеранов службы исполнения наказания. Сообщается, что общественная организация «Феникс» займется благотворительной, социальной, нравственно-воспитательной работой с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, и лицами, осужденных без изоляции от общества. Социальную поддержку получат и те, которые в силу своих физических и интеллектуальных способностей и иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. В рамках ресоциализации их будут привлекать к добровольной культурной, просветительской, трудовой деятельности, связанной с их самореализацией, морально-нравственным перевоспитанием и материально-бытовым обеспечением.